Всем привет, дорогие зрители солнечной Алании. Меня зовут Агаси, и в этот раз хочу вам показать виллу под гражданство в одном из комплексов. Здесь несколько вилл. Глазами море видно так, как вы сейчас видите. Трехэтажная триплекс вилла, общий бассейн. До моря здесь пешком, если пройтись до дороги, где-то 200 метров, но надо пройти в ту сторону, где-то, скажем, 800 максимум метров, если вы пройдете в сторону Тосмора. Это район Кестель, и эта вилла подходит под гражданство. Есть своя территория, как видите, фруктовые деревья по всей территории, 9000 квадратных метров весь комплекс вилл. Сама вилла 3+1, ну, как 4+1, переделана. Есть своя вот внизу, как бы, терраса, балкон они туда, как бы, сделали. Балкон и мебель поставили. Ну, сейчас покажу вам детали. Вилла была сдана в 2005-2006 годах. На террасе у нас есть своя кухня, барбекю-зона. Так, эта сторона у нас запад и север. Крепость Алания в той стороне. Сами знаете, что вилла находится в основном в районе Каркаджак, ТП, наверху, где I Love Alania, Бекташ район. А также вот в Кестеле, единственное, можно сказать, что место. В Махмутларе тоже есть виллы у моря, но там очень много зданий между виллами, и вид закрыт. А так как здесь пятиэтажки разрешается только строить, и была зона виллы, это район Кестель. На данный момент здесь тоже люксовые проекты есть в этом районе. А такой вид, этот вид не закроется. Показывает дальше. Экспертная оценка по этой квартире, можно указать, там $400 000. Так, здесь у нас спальня первая. Здесь закрою дверь, чтобы кондиционеры работают. Тоже жарко на улице. Я полностью вспотел. Так, здесь спальня первая. Кондиционер Daikin. Солнце попадает в эту сторону, так как западная сторона. Здесь закрыто, кажется, нужны вещи, комнатка. Короче, там какая-то комнатка закрыта. Спускаюсь я на нижний этаж. Здесь встроенный шкаф. Вот. А кого интересует какая-нибудь недвижимость под гражданством, у меня есть хороший вариант. Я на данный момент ищу для своего близкого друга вариант. Но этот, кажется, не подойдет, так как здесь лесенки есть внизу. Ну, как раз пришел посмотреть, оценить, и как раз покажу для вас один из нормальных вариантов. Так, это санузел. Здесь еще одна спальня. Также есть балкончик. Закрыт, вот тоже фруктовые деревья прямо рядом. Можно срывать и съесть у себя дома. Тоже встроенный шкаф, кондиционер Эко, ну, где-то ремонт требуется, потолки покрасить, все снова. В той комнате есть душевая кабинка, но они сделали как кладовку, так как много мест. Еще одна спальня. Ну, ага. Еще одна спальня, ну, как гостевая комната сделана тоже. Правильно открыл. Вот еще одна терраса, балкон с цветочками. Сто восемьдесят квадратных метров минимум полезная площадь у этой виллы. А земельный участок где-то у каждой квартиры, у каждой виллы, там где-то 250 квадратных метров земля, участок. Мраморный пол, то есть лесенки, и пол также.
И спустился я ниже, еще один санузел. Три санузла, короче. Еще внизу я не видел, может, внизу тоже есть. Тут еще одна спальня. Сперва покажу выход во двор. Машину можно остановить вот там, оттуда лесенками спуститься и прийти сюда. А также внизу есть еще парковочное место. Сюда я пройдусь из квартиры и из виллы. Давно виллу не снимаю. Так. Так, здесь внизу у них кухня. Ну, здесь тоже как кладовка, стиральная машинка. Siemens, бытовая техника, мраморная столешница, холодильник тоже фирмы Siemens. Daikin кондиционер, тут спускаемся. Здесь тоже зона барбекю. Вот я машину ставил здесь внизу, тут лесенки, надо подниматься. С двух сторон есть вход. А также общий бассейн, он внизу, отсюда спущусь и также покажу вам бассейн, зеленой территории. Парковочные места также есть внизу. И вот это их зона отдыха. Уже интересно. И там можно посадить деревья свои, что пожелаете. Вот в этой стороне вилла. Тут также есть лестники, можно вниз спуститься. Здесь можете припарковать машину сверху, чтобы не спускаться, или же там внизу припарковаться и подняться наверх. Так, еще что там показать вам. Отсюда вид покажу. Так, отсюда прекрасный вид. Допустим, мы сядем сюда, вот такой отсюда вид. Деревья. Так. Это другой вход в виллу. Отсюда можете заехать сюда, так чтобы спуститься к вилле. Можно и отсюда спуститься к вилле. Давайте отсюда. Оттуда тоже можно с левой стороны. Так как море рядом, можете на море пойти искупаться. Можете также в бассейне здесь искупаться внизу. Теннисный, ну, есть баскетбольная площадка. А вилла подходит под гражданство. Цена 380 тысяч евро. Можно обсудить цену, познакомлюсь с хозяином. Купив виллу, покупать также земельный участок. Тут тоже парковочные места. В той стороне бассейн. Тут можно сесть здесь, позавтракать, поужинать. Много фруктовых деревьев. Яблоки, апельсины, мандарины. Ну, все, что есть посажено, как я понял. Тут бар и вот бассейн. Зонтики, шезлонги. Айда 1450 лир в месяц. Это почти 40 евро ежемесячно. Вот такой комплекс. Вилл. Итак. Ставим лайк, подписываемся на наш канал, пишем какой-нибудь комментарий, оцените эту виллу.
Если вас интересует какой-нибудь другой вариант, также могу показать те варианты, которые на данный момент на рынке. Приезжайте в Аланию, помогаем также с переводом денег. Это у многих задается вопрос, как перевести. Помогаем в этом процессе, так как мы официально представительство в Алании по денежным переводам. Также у нас есть другие методы переводов денег. Что могу еще сказать? Ну, всем пока-пока.